друзья, здравствуйте! Сегодня я буду готовить очень вкусное и пряное мандариновое варенье. Я взяла 10 штук спелых мандаринов, это примерно 1 килограмм 200 грамм и 600 грамм сахара. Мандарины надо выбирать спелые, яркие и с прилегающей кожурой к мякоти. Еще нам понадобится 10-граммовый пакетик агар-агара и пакетик вот такой приправы для глинтвейна. Он тоже весит 10 грамм, в состав входит корица, гвоздика, цедра лимона, цедра апельсина, кардамон и имбирь. Все эти пряности можно купить и отдельно, только не в перемолотом виде, а кусочками, чтобы потом можно было их вынуть. Мандарины я хорошо вымыла и осушила. Я выбрала 5 самых красивых и ровных мандаринов, теперь их надо залить кипятком. Поставить на плиту, довести до кипения и варить после закипания 5 минут. Потом воду слить и мандарины надо охладить. С оставшихся мандаринов надо снять цедру вот на такой вот терке. Снимаем только верхний оранжевый слой. У меня получилось вот столько цедры, я ее пока отложу. А мандарины я слегка покатаю по досочке, чтобы они размялись. Разрежу напополам. И из каждой половинки выдавлю сок. Вот такой ручной соковыжималкой. И через ситечко солью сок в отдельную посуду. Получилось около 200 мл сока, и очень хочется его, конечно, выпить. Но я не буду этого делать, мы будем варить варенье. Для пряности я взяла вот такую тряпочку из нетканого материала, я ее выстирала и высушила. И теперь по кругу я иголочкой пропущу нитку. В получившийся мешочек я высыплю приправу для глинтвейна и выберу из нее гвоздику. Оставлю только пару штук, потому что она придает горечь и слишком насыщенный привкус. Нитки стяну и завяжу мешочек с пряностями покрепче. Варенье я буду варить в антипригарной сковороде. Я высыплю в нее сахар. Налью сок, слегка размешаю добавлю цедру, положу наш мешочек с пряностями и поставлю на средний огонь до растворения сахара. Пока варится сироп, я займусь подваренными мандаринами. Я срежу у них вот эту часть, где был цветочек. И нарежу их небольшими кусочками. Наполовину. Еще раз наполовину. И вот такими четверть кольцами. Сахар у нас растворился, сироп закипел, и можно загружать нарезанные мандарины. Еще раз доведу все до кипения и буду варить 40 минут, снимая пену. Через 40 минут надо вынуть пряности. Насыпать агар-агар
помешиваем. И проварить еще буквально 2 минуты. Можно выключать варенье и раскладывать его по чистым баночкам. Вы только посмотрите, какое шикарное варенье получилось. Густое, с кусочками мандаринов. Это просто взрыв вкуса. Сироп сладкий, а сами мандарины с горчинкой. Тонкий аромат пряностей. Просто шикарное варенье. Получилось у меня ровно 900 мл. Это две вот такие 450-граммовые баночки. Одну я закатала на длительное хранение. И в таком виде оно может достоять до следующего сезона мандарин. Ну а вторую баночку мы, конечно, съедим сразу. Я вам настоятельно рекомендую сварить такое варенье и желательно побольше. Приятного аппетита!